Губернаторская библиотека пополнилась новыми экземплярами книжных изданий. Глава региона Александр Цибульский передал 6 книг в библиотечный фонд в рамках проекта «Губернаторская библиотека». Презентация произведений русской и зарубежной литературы состоялась накануне в Ненецкой центральной библиотеке имени Алексея Пичкова в ходе встречи главы региона со студентами профессиональных образовательных учреждений, а также представителями сферы образования и библиотечного дела. Проект «Губернаторская библиотека» реализуется в округе уже 2 года. Его цель – приобщить молодежь к лучшим образцам мировой, отечественной и региональной литературы. В комплект «Губернаторской библиотеки» уже вошли 16 изданий. 6 из них – это литература по краеведению и произведения местных авторов. Книги представлены во всех библиотеках и образовательных учреждениях региона. Это уникальный культурно-просветительский проект, направленный прежде всего на приобщение представителей молодого поколения Ненецкого автономного округа к лучшим образцам отечественной, зарубежной и региональной литературы. На презентации нового пополнения Александр Цибульский дал краткую аннотацию книжных изданий. Честно скажу, я о Николае II, прочитав эту книгу, совершенно изменил свое мнение. То есть увидел его с другой стороны. Глава региона считает, что книги читать необходимо. Если вы не хотите оказаться на обочине нашего социума и потом обижаться на весь мир, почему у вас ничего не получается и ваш мозг не работает, вы можете не читать. Но уже учеными доказано, что чтение – это единственная активность человека, которая заставляет наш мозг на самом деле думать и включает воображение. А на вопросы из зала, как заставить себя отложить телефон и взять в руки книгу, ответил: сидите в соцсетях и играйте в видеоигры. Но вы должны тогда потом, когда вам будет 35 и 40, не обижаться, почему у одних есть все, а у вас нет ничего. Потому что вы будете не способны мыслить. Потому что ваш мозг деградирует. Потому что вы будете способны только сидеть в соцсетях и только играть в компьютерные игры. А те, кто читал книги, будут управлять вами. Поэтому это ваш выбор. Я здесь что вам посоветую? В комплект губернаторской библиотеки с 2019 года войдут еще 5 книг, отобранных Советом при Ненецкой центральной библиотеке имени Алексея Пичкова. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».